Тия Хайтс, 5 звезд, Макати Бэй. Вот эти корпуса уже не Тии, они уже для Риксоса. Там строится Риксос. Новый через полгода, как прогнозируют, будет открытие. Да, теперь лобби Тии Хайтс. Ресторан Ти. Сейчас еще завтрак. Мне нужно быстренько снять его. Вот он выглядит. Посторонних запахов нет. Я слышал много жалоб на ресторан, но сейчас мы посмотрим. Завтрак в ресторане Ти. Йогурты, салаты, десерты. Hello, колбаса. Омлеты там делаю. Завтрак. По мне. Так, вот это, я так понимаю, вот это и все. Немного рис, молочная каша, круассаны, кускус, ну там уже пусто, колбаса, ничего. Ну вот это и все. И вот так вот выглядит этот ресторан. Ага. Вот там хлеб и тут выпечка. Так, лобби-бар. No smoking. Не курят в лобби. Территория отеля. Это первая береговая линия до пляжа. Тут большая территория и, как говорят, до пляжа 15 минут плюс-минус по территории. Пляж здесь классный. Так, вот это вот и идут. Хорошо. Сейчас нам расскажут концепцию отеля на 2019 год. Отель открылся в 2000 году, это значит 15 лет назад. И отель 5 звезд. У нас есть два категории, которые сейчас работают. Это main building, это где мы находимся, и каскада. Там каскада, которая против аквапарка. Там, что вы представляете хорошо, это основной main building, и каскада — это здание, которое справа от аквапарка. Main building — это 360 комнаты.
и каскада Garden View. Все номера это Garden View, это 420 номеров. В отеле работает система, все включено, завтрак, обед, ужин. Есть на территории отеля два основные ресторана. Потом есть там бары, которые расположены на территории отеля, у бассейна, у моря. Тоже в каскаде есть еще бары. Но это основной бар, который здесь на ресепшн, работает 24 часа. Но после 12 ночи они дают только софт-дринки. Там это алкогольные напитки после 12 за отдельную плату. Мини-бар в номере пустой, но это по желанию, у кого есть желание, там, чтобы заполняться, будет за отдельную плату. Вода в номере, там они принесут каждый день. Сейфы в номере бесплатно, а есть еще другой сейф, который здесь на ресепшн, тоже бесплатно. Wi-Fi есть два, ну, два варианта. Первый, который на ресепшн, это бесплатные лимитные скорости. А второй, это будет за отдельную плату, которая безлимитная. Вот так, это насчет отеля. Есть еще вопросы насчет отеля? По браслетам. Срезают их, нет. Это до 5-4, это нормально, там без проблем. Там, если он поздно прилетел, то значит он пообедает и напитка не дают без вопросов. Хорошо. Давай смотрим сначала основной ресторан. Бюджетная пятерка. И итальянский лекарь, насколько я помню. Есть 4 ресторана, которые работают в системе а-ла-карт. Если там неделя, гости имеют право 3 раза выбрать разные рестораны и поужинать. Вот, если неделя, это значит 2 раза, больше чем неделя, это значит 3 раза. Если неделя, это значит 2 раза, если больше чем неделя, там 10 дней, 2 недели, это значит 4 раза. Угощайтесь, пожалуйста. И это работает в основном. Территория Тиимакади, вот пляж, я вам его еще покажу. Вот, коллеги, отсюда можно полностью смотреть территорию отеля. Насчет отеля, там есть там бассейн с подогревом в зимнее время. Вот, который самый далек, который там справа от нас сейчас. И прямо это помещение, это ресторан, который работает в системе а-ла-карт, тарифный ресторан. А как вы заметили, что у нас здесь песчаный пляж. Это значит, вход песчаный и спокойно купаться без тапочки, без ничего. А кораллы? Кораллы дальше, где темные воды. То есть, есть возможно, там рыба. Да. Вот так. Насчет аквапарка там, ну, как я вам сказал, что это каскада смотрит на аквапарк. Там и номера каскада, это Garden View. И аквапарк здесь, это в отеле, это 24 горок. 24 горок. И там 9 для детей и 13 для взрослых. А в аквапарк есть там бары, которые дают закуски и напитки тоже. Зимой греется? Да, греется. Бассейн еще раз подогревал, который справа, да, который прямо. А и еще время работы. Что? Квапарка. Азенка визвон фе. Стандарт? Или стандарт здесь, а? Стандарт. Вот это все номера Мин Биндинг, на этой похожи.
Это стандартный ром Минбель. А вид там на море, да, я так понимаю? Того ты пытаешься. Номер маленький, небольшой, вид и на море, и на бассейн. Ванная комната. Сметика. Ванна не душевая. Отлично. Так, а вот строй Ятриксас. Скоро он будет готов, через полгода. Ну, а в данный момент мы говорим сейчас про Тию Хайтс. Пляж тут классный, все его хвалят, но вы просили, чтобы я его показал. Вообще показал 50. К сожалению, времени сделать видео номера каскады нет, но я попросил девочку, она мне кинет фотографии, потому что либо я смотрю номер, либо я вам показываю пляж и территорию отеля Тии. Я выбрал, конечно же, пляж, потому что каскада номер, который будет дальше, он идет дешевле всех и всегда первый идет в подборе. Это как самый дешевый номер. Вот как по типу промо рум, анекс рум. Вот то вот так вот идет каскада аквапарк. Каскада аквапарк за территорией Тии Макати Бэй. Так, теперь по пляжу. Бар на пляже. Все вроде бы есть. Так, все сделано в Тии. Понтон около 150 метров. Так. Мусорники. Вот такой вот пляж. Пляж песчаный. Дети купаются. Территорию Тии Макати Бэй. Я думаю, что сюда можно спокойно отправлять. Без проблем. Деткам тут будет весело. Это мини-клуб для детей. Бар. Вот как это все выглядит. Только сейчас утро еще. Поэтому, но вы видели, сколько людей на пляже. Так, это детский бассейн. Тут идет снэк-бар. То есть можно покушать спокойно. Но он еще закрыт. Так, теперь главный бассейн Тии. Бассейн огромный. Он начинается оттуда и заканчивается аж там.
Для любителей поплавать. Конечно, самая крутая движуха в аквапарке. Мы туда сейчас пройдем. Мне говорили 15 минут, думаю, нет. От главного корпуса идти минут 5. Ну вот корпус, там main building. А вот там пляж. Бассейн. А, он начинается отсюда и вот это вот так тут по всей территории. Супер. И сейчас покажу вам аква. Парк, если меня, конечно, впустят, но туда вообще вход платный, не для жителей Тии. Еще раз ресепшн Тии Макади. Так, сейчас 4 сентября. Погода просто супер. И теперь так. Раньше. Тут были, еще раз напоминаю, тут были корпуса Тии Макади Бэй. Это была каскада Аквапарк тоже. Сейчас Риксос забрал, и они переделывают полностью. Теперь, что такое каскада Аквапарк и где вы будете жить? Вот это идет main building, то есть главное здание и главная территория Тии Макади Бэй. Аквапарк, вот, вход здесь, но я думаю, меня не впустят. Так. Вот так все это выглядит. И теперь покажу вам сам каскада аквапарк. Вот это и идет. Раньше это был другой отель, но сейчас это уже Тия. Вот это каскада. Вот это каскада. Вот это все каскада аквапарк. То есть то, что выходит к аквапарку. Аквапарк еще закрыт. Ну вот так тут он выглядит. Поэтому самые дешевые номера, которые вы видите, да, обычно, идут здесь. Main building, как правило, идет дороже. Вот это уже идет main building. То есть вы отсюда вы пришли, идете. Вот это вы тоже на пляже, к пляжу прийти. И вот это идет main building. Вход в аквапарк я вам уже
показывал, но сейчас еще раз его пройду. Так. Вот. Вот это идет вход. Получайте полотенце. И идете дальше. Все. Автобус приехал. Thank you.